Свыше 450 грамм наркотических средств было изъято у одного из жителей Славянска на Кубани в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Славянского отдела МВД России. Что за наркотики обнаружили стражи порядка и что теперь ждет задержанного, смотрите в следующем материале выпуска. Сотрудники Славянского отдела МВД России задержали жителя района, дома у которого был обнаружен синтетический наркотик. Стражи порядка изъяли 640 полиэтиленовых пакетов черного цвета, которые были спрятаны на чердаке. Содержимое пакетиков, как заключили эксперты, это наркотик синтетического происхождения – МДПВ. Его сленговое название – соли для ванн или скорость. Данное вещество находится в отделе, хранится в камере хранения. Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент ведется следствие. Устанавливаются все возможные каналы поставки данного наркотика. МДПВ был расфасован в непрозрачные пакеты и, как предполагают в полиции, приготовлен для дальнейшего сбыта. По словам стражи порядка, задержанный свою вину полностью признал и готов сотрудничать с органами предварительного следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, МДПВ – это новое наркотическое средство, которое обладает возбуждающим действием на центральную нервную систему. Постепенно оно разрушает личность. Употребляя соли, человек стремительно деградирует, и деградация это имеет необратимые последствия. Уже после единичного случая их употребления наблюдается снижение интеллекта, возможно, развитие психических расстройств. Алена Лавринова, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».